сумасшедших дроп – это более 8 миллионов открытых кейсов, сотни тысяч довольных игроков, свыше 10 ботов с инвентарем на общую сумму около 2 миллионов рублей. Бесплатные кейсы и ежедневный баланс. Мы ждем тебя на magicdrop.ru. I'll go triple after. I play close. I see nothing ram. One ram. We got it from the top. Yeah. Yeah. I have baller. I'm playing from pit. Okay. Fletcher, so I'm leaving short. Webs. That's right. Приветствую, друзья, подписчики и зрители. Сегодняшнее видео основано на статье Алексея Ну-Козловского, капитана знаменитой российской команды М19, которая в свое время выиграла чемпионат мира по Counter-Strike по версии WCG. Почему ты так и не стал профессионалом в CSGO? Потому что вместо тебя им стал кто-то другой. Тот, кто больше работал и сильнее хотел, занял твое место. Тот, кто правильно расставил приоритеты и не отвлекаясь шел к своей цели, играя сейчас за топовую команду. Достаточно ресурсов для профессионального киберспорта есть только у 40-50 организаций во всем мире. Причем самое интересное происходит у топ-16 команд, или, как их еще называют, команд тир-1. Соответственно, заветных киберспортивных слотов на всю Counter-Strike сцену есть менее 100, а желающих сотни тысяч. И основной вопрос, которым должен задаться каждый начинающий прогеймер: что такого особенного я делаю, чтобы стать лучше сотен тысяч других игроков? Если ответ ничего, то и не стоит удивляться плохому результату. Итак, что же делать, чтобы попасть на Олимп? Совет от Алексея Ну-Козловского. Первое. Цель. Чтобы добиться выдающихся результатов, нужно посвятить этому делу всю свою энергию и время. Абсолютно все, что вы делаете в жизни, должно соответствовать цели. Если вас отвлекают сериалы, социальные сети и другие вещи, помахайте им ручкой. Каждое утро и каждый вечер вы должны тратить определенное время, чтобы проанализировать, что вы должны были сделать и что вы в итоге сделали. Помните, что конкуренция очень высока и всегда будет достаточно тех, кто подходит к делу с максимальной отдачей. Второй пункт. Не играться, а тренироваться. Можно ли научиться играть, просто играя? Нет, нельзя. Для начала нужно понять, как все устроено, а затем это натренировать. Например, в футболе игрок должен быстро бегать, быть выносливым, обладать хорошей техникой, правильно двигаться по полю и так далее. Все это тренируется по отдельности специальными упражнениями. Отточенные до автоматизма навыки больше не будут требовать вашего непосредственного участия, и ненужные мысли перестанут отвлекать во время игры. Если вы, например, решили потренировать определенную позицию, играйте весь матч только на ней, пусть даже соперник знает, где вы. Зато у вас появится возможность изучить все нюансы и микромоменты. Отдача от потраченного времени при таком подходе намного выше, чем если бы вы играли разнообразно, но без должного внимания к мелочам. Перед каждой тренировкой тратьте 10-15 минут, чтобы настроиться, четко осознать, что вы тренируете и на что будете делать упор. К тому же тренировки отлично закаляют характер, он пригодится в трудные минуты. Третье. Наверное, один из самых сложных моментов. Самокритика. Принципиально важно исправлять ошибки перед тем, как двигаться дальше, чтобы впоследствии не тратить энергию на старые грабли. Для этого нужно обязательно завысить планку в качестве своей игры и немного занизить самооценку. Человек, который доволен собой, перестает развиваться. Каждый раз, когда вы допускаете даже малейшую неточность, злитесь и ругаете себя, стремитесь к совершенству. Недовольство собой и спортивная злость – это очень хорошие инструменты для самовоспитания и исправления ошибок. Четвертый пункт. Поймайте волну и не останавливайтесь. Часто наблюдаешь такую картину у молодых и перспективных геймеров. Они начинают играть и довольно быстро показывают результат. Но потом по какой-то причине, вроде экзаменов или каникул, делают паузу и теряют форму. А терпения для возвращения на тот же уровень уже не хватает. Перестало получаться как раньше, не было чувства новизны. И как следствие,
перестал нравиться сам процесс. После нескольких неудачных попыток сделать камбэк, такие игроки чаще всего забивали на КС. Не допускайте таких ошибок. Возьмите себе за правило тренироваться абсолютно каждый день. Даже когда нет доступа до компьютера, можно тренироваться так: смотреть поп-демки на ютубе, играть во имя игры, обсуждать знакомые геймплей и тактики. Любой спорт не стоит на месте. Если остановитесь вы, то волна пройдет мимо вас, и догнать ее уже будет нереально. И пятое. Играйте сразу правильно. Начиная играть с самого низкого уровня, киберспортсмены подстраиваются, находят слабости и выигрывают за счет этого. Перейдя на уровень выше, они обнаруживают, что то, как они играли, больше не работает. Соперники умнее, и надо подстраиваться заново. И так происходит много-много раз, пока вы не доберетесь до вершины. За время игры против слабых соперников вы приобретаете огромное количество неправильных привычек, которые просто не позволяют достичь топ-уровня. Это как кривой фундамент у дома. Переделывать все нужно будет с самых основ, и обычно ни сил, ни желания на это уже нет. В профессиональном спорте этот вопрос решен, потому что есть школы, есть техники и методики, которые позволяют учиться сразу правильно. В идеале надо целиться туда, где будет возможность играть и учиться у лучших в мире. Вариант для нашего региона только один – Faceit Pro League. Множество про-игроков научились играть и громко заявили о себе именно там. Оскар, Твист, Диско Доплом, Лектор, Бокси, Иса, Робс, Крис Джей, Хантар, Симпл, Зайву, Док. Но попасть в про-лигу очень сложно. И пока этого не произошло, необходимо искусственно создать себе правильные условия. Если вы хотите быть конкурентоспособными на самом высоком уровне, учитесь сразу правильно. Помните, большинство про-игроков уже прошли этот путь и знают, как играть лучше. Пользуйтесь их знаниями, учитесь на их ошибках. Это доступно бесплатно. Играйте рейтинговые игры так, как будто вам противостоит Simple, Nika или CalZero. А любая неточность или ошибка приведет к поражению. Старайтесь воспитывать в себе это чувство с самого начала. Вот такие советы от Алексея Нук Козловского. От себя добавлю, что я уже взрослый человек, и у меня нет такой реакции и аима, как у более молодых игроков. Я не могу с ними соперничать, поэтому если вы чего-то хотите достичь в киберспорте, играть на топ-уровне, то весь этот процесс не нужно откладывать на завтра или послезавтра. Поймите, что в киберспорт нужно стремиться именно сейчас, чтобы не упустить свою волну. А на этом я с вами прощаюсь. Arrivederci. Блять, мейн запушил. Блять, хп не видит, 5 хп, блять! А инфу не учили говорить, блять? Или чё нахуй? Б запушил один. Сука, трэш, блять. Один чел всего лишь инфу сказал. Один нахуй. Ты чё стоял-то, дико, блять? Да понимаешь, что угол обзора другой, ты под винтами умер, а я был вообще на белом.